кажется, ты хочешь пау, мимо ракету. Это я чисто напугать. Вот. Хорошо. Два. Слушай, хорошо. Смотрите, как его коцает. Всем хай! С вами Евгений, великий охотник на монстров. Вы помните, как я охотился на Рейка? Помните, как я охотился на Бигфута? А теперь поезда. Мне поездов подайте, пожалуйста, чтобы я поохотился. Я уже попытался, меня немножечко переехали, так скажем. Чарльз оказался гораздо проворнее, чем я думал. И не просто проворнее, он еще и супер мощно, а я супер слабенький. Посмотрите на мой поезд. Прочность вообще минимальная. Ноль прочности. Надо восстановить. 10 хлама, чтобы восстановить на 100%. У меня теперь 0 хлама. Мне придется как следует его прокачать, если я хочу. Опа, смотрите, это что, краска? О, мы меняем цвет. Но это как-то совсем позорно. Давайте желтым оставим, мне он больше нравится. Смотрим на карту. У нас есть квест, который мы не можем выполнить, потому что нам нужны отмычки. И еще я заметил, что тут есть синий NPC. Это основное задание. И есть красные задания с оружием. Всего 4 основных задания на острове. Давайте-ка поедем выполнять вот это основное задание. Ставим метку. Чух-чух. Смотрим по сторонам. Чарльз может прийти в любой момент. И также выискиваем ящики с хламом, потому что его нужно очень много. Я вижу фонарик вдалеке. А, фонарик — это дополнительное задание. Я правильно поехал? Я неправильно поехал! Стой, 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 назад, назад! Переставляем рельсы. Оу, страшные звуки. Я боюсь звуков, которые сам издаю. Давайте-ка сгоняем вот сюда на причал. Потому что почему бы сразу не забрать дополнительное задание? Опа, здесь рельсы? Как это так? Нет, сюда мы не сможем подъехать ни в коем случае. Они здесь заканчиваются. Ты чё стоишь, мокнешь здесь? Капитан! Корабль твой не приплыл или уплыл без тебя? О боже. Им удалось убедить кого-то прийти к нам на помощь. Я так рад, что ты здесь, но я не могу здесь больше оставаться. Этот остров просто сводит меня с ума. Я притащил с собой все свои пожитки, и как только прибудет лодка, я тут же уберусь отсюда. Хотя знаешь, я только что сейчас понял, что забыл дома свой дневник. Не принесешь его мне, а? Путешествие опасное. Да, но ты на таком поезде, у тебя есть все шансы. Я дам тебе весь хлам, что у меня есть. Только принеси мне дневник, когда будешь проезжать мимо. Прекрасное задание дополнительное... Вот! Мы как раз-таки его сможем захватить, когда только основное задание получим. А вот это задание с оружием, мне это очень нравится. Это интересно. Это сегодня мы тоже посмотрим. Хлам! Забрать! Надо не забывать просто так ходить по всей локации и смотреть, потому что хлам везде валяется. Вот, видите? Хлам. А это моя прочность, между прочим. Надо вкладываться в хлам сейчас, друзья. Это лучшее вложение, лучшие инвестиции. Возвращаемся к нашему паровозику. Ты скучал по мне, мой дорогой желтенький паровозик? Поехали. Все, теперь мы едем в правильном направлении. Что там у нас? А, блин, мы опять не в ту сторону поехали. Назад. Даю заднюю. Столько развилок. Это невыносимо. Хорошо, теперь мы все поменяли. Я не сразу осознал, друзья, что эта игра реально очень похожа на Бигфута. По сути, огромная локация. Ты прокачиваешься, собираешь что-то и пытаешься дать отпор твари. Сейчас мы попытаемся дать ей отпор. Я не знаю, получится у нас или нет. Может быть, это будет не за один выпуск. И не даже не за два. Смотрите, там хлам. Куда-то можно пройти. Страшные вещи. Там какой-то кратер. Мы потом туда сходим. Скорее всего, какое-нибудь задание нас туда направит. Подъезжаю. Вот здесь у нас какой-то мистер Квест стоит. Все, мы прибыли. Привет, ты чё сидишь? Ты ж замерзнешь без шапки-то. Торс можешь не закрывать, он прекрасен. Юджин точно обо мне рассказывал. Так что представляться нет смысла. Он не сказал ничего. Меня зовут Грег, если что. Тебе, наверное, уже сказали, что Уоррен хозяин шахт. Надежно спрятал 3 яйца монстра. Вот они, эти яйца! Мы не знаем точно, почему он защищает яйца, но если они вылупятся, то из них появятся такие же монстры, как Чарльз. Чтобы этого не произошло, нужно красть все 3 яйца, выманить ими Чарльза, и мы его убьем. Одно из яиц находится в северной шахте. Вот ключ от входа. Погодите, но у нас 4 основных задания. Если 3 яйца, это 3 задания, то 4-е задание это что? О! Как далеко он меня направил. Здесь рядом еще есть чувак, который оружие дает, наверное. Либо даст мне оружие в руки, чтобы я пошел, постражался им, а потом он меня его заберет. Тук-тук, к вам можно? Вот оно, вот оно. Боб попросил меня разработать новое оружие, чтобы помочь тебе одолеть Чарльза. А взрывчатки я знаю немало, поэтому мне удалось собрать этот ракетомет. Я уже давно хотел увидеть, как рушится империя Уоррена, так что я безмерно рад поработать над этой малышкой. Раз уж ты здесь, дай мне пару минут, и я сниму кое-какие предохранители. Пока я буду тут возиться, почему бы тебе не принести мне ящик ракеты с того бункера, что дальше по путям. Здесь. Ну, я же говорил, нас сюда потащат. Мы можем вот сюда проехать и вот здесь вот выйти. Но тут еще одно дополнительное задание. Блин, давайте сходим. 200 метров прошвырнуться мне как-то не впадло. Смотрите, это же маяк. Мало того, что это напоминает To the Moon, разумеется. Так у меня еще есть такая давняя мечта. Я хочу пожить на маяке. Хотя бы некоторое время, пару дней, денек. Месяц. Ой, кто тебе дал по лицу?
Мы не знакомы, но я слышала, что ты нам поможешь. Сделаешь одолжение? Нужно заменить предохранители на маяке. На меня недавно напал Чарльз, так что одной мне не справиться. Ты еще легко отделалась, меня сожрали. А ты бы видела Юджина. Я по нему поездом проехался несколько раз. Предохранители лежат в подсобном сарае неподалеку. Если ты найдешь их и починишь маяк, я попробую позвать на помощь проходящие корабли. Как закончишь, я отдам тебе кое-какой хлам. О! Так близко. Интересно, сколько хлама я выручу с этого? Задание на вид очень легкое, поэтому, скорее всего, не очень много. Здрасте, это предохранители. Давайте все их возьмем. Вот, нужно сюда их вставить. Раз, два, три, четыре. Теперь... Оу, погодите, это пазл. Нужна правильная последовательность. Ну, я так и знал. Это все очень легко. Так, это шумно. Это привлечет монстра, да? Дай хлам. Если починим маяк, кораблям будет легче нас заметить. Вот тебе обещанный хлам. Посмотрите, мы теперь видим, как маяк крутится, светит. Так, инвентарь, нам дали ключ. Скорее всего, ключ от этой комнаты. Как мне его применить? Ключ от северной шахты. Стоп, это не то. Тайна северной шахты. Вот у нас ключ от северной шахты же есть теперь, точно. Но это не она нам дала, она просто хлам нам впендюрила. А вот это мы откроем, видимо, от какого-то другого квеста. Все, спасибо. Спасибо за хлам. Я пошел. Поехали. Жалко, тут нельзя регулировать скорость паровозика. Смотрите. Здесь все ограждено. Я не смогу пройти здесь? Нет, я смогу пройти именно здесь. Именно здесь смогу пройти. Стоп. Тормози, я пошел. Пожелай мне удачи. Черт, без оружия как-то стрёмно. Хлам и взрывчатка. Одна есть. Вот. Нам нужно как-то сюда пробраться, наверное, да? Да, мы заходим вот здесь. Отходим. Смотрим. Давай. Бабахни. Да, мне в рожу прямо осколки отлетели. Опа. Поехало. Сейчас бабахнет. Слушай, надо еще дальше от взрыва стоять. О, мы здесь. Все так просто оказалось. Есть, целая куча ракет. Теперь нам нужно к Джону Смиту снова идти. Джон Смит. Самое стандартное имя, которое только можно было придумать. Ну, погнали к Джону Смиту. Джон Смит! Я принес тебе ракеты. Ракетомет в полной боевой готовности. Что с ним делать, решать тебе. Ах да, и бери его. Как закончишь, надо будет кое-кому наведаться с ним в гости, если ты понимаешь, о чем я. Что, у нас теперь есть новое оружие? Срочно надо понять, как это работает. Вот, вот он висит. Ага, просто нажатием кнопочки мы меняем оружие. Ба! А ракеты не бесконечные? Или конечные? Посмотрите, хоп, исчезло. А, оно появляется. Все, ракеты бесконечные. В таком случае мы можем Чарльзу предоставить целый коктейль из различного оружия. У нас 57 единиц хлама. Какая у нас проблема была? Во-первых, что нас догоняли. Давайте увеличим скорость. Все, у нас почти что на максимум прокачана скорость. Окей, теперь нам нужно добраться вот сюда. И, не знаю, я думаю, у нас получится вот там вот сюда поехать. Все, погнали. Чу-чу. Мы почти что у цели. А вот и стык. Стоп. О, отсюда никак. Где эта штука? Где рычаг? Как менять направление? Походу никак. Значит, мне придется своими ногами топать. Благо, не очень далеко. И вроде как здесь безопасно. Открытое пространство. Здрасте. Это дом. Это дом этого чувака, и здесь мы точно найдем его дневник. Где? Что там, молот Тора? Дневник! Есть. Окей, что здесь еще есть такого примечательного? Вот это колодец? Здесь как будто бы жертву приносят. Что-то здесь жутковато. Пойдемте отсюда, я думаю. Я стараюсь не думать о том, что в любой момент Чарльз появится, и мне придется паниковать и сражаться. Ты почему? 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 Я только сказал... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, назад! Стой! Нет! Зачем нам сейчас с ним сражаться? Я не вижу смысла. Поехали обратно. Заодно дадим дневник. Нет. Погоди, где ты? Ну ладно. Кажется, ты напросился. Кажется, ты хочешь... Пау, мимо ракету. Это я чисто напугать. Вот. Хорошо. Два. Слушай, хорошо. Смотрите, как его коцает. Чуть-чуть. Вот так вот. Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. В укрытие! Познай силу РЖД, бич! Че там по здоровью у меня? А?
Есть! Отбились! Что там у нас? Оу, он прочность всю вынес. Ладно, давайте восстановим. Можно как раз будет вот с этим NPC пообщаться еще. Ладно, с Чарльзом можно справиться. Я теперь это понял. Главное не паниковать и не промахиваться. Эй, дружище, вот твой дневник. Там одни двойки. Я не знаю, как ты так учишься. Спасибо огромное за дневник. Надеюсь, никто в него не заглядывал. Себе же во благо. Нет, конечно. Вот тебе обещанный хлам. Спасибо. Итак, обновление какое-то. Исчезло задание здесь, исчез NPC здесь. Теперь мы можем поставить маркер вот сюда. А ты тем временем... Че стоишь? Иди отсюда. Сейчас мы по причалу пройдем, больше хлама соберем. Ты почему мне про этот хлам не сказал, а? Хотел припрятать себе. Я все из себя вытрясу. Все, давай, бывай. Тормози. Слушай, так много хлама валяется вокруг. Если он такой ценный, почему его все не собирают? Здоров. Так ты есть тот самый охотник на монстров. Вот, она меня признала. Она слышала легенду о том, как я охотился на Рейка, на Бигфута и на прочих существ. Да, это я. А с призраками тебе доводилось разбираться? Ого. Ты бы видела мой канал очень много раз. В поле камней кто-то или что-то расклеивает по фонарным столбам ровно 16 рисунков каждую ночь. Я постоянно собираю и сжигаю их, но вчера ночью, когда искала их, я начала слышать необычные звуки и видеть странное. Тут жуткий переполох был, и я нашла лишь половину. Принесешь оставшиеся 8, пожалуйста? 8? Это что за слендермэновщина какая-то? Пойдемте посмотрим, что это такое. Рисунок первый. О, боже мой, это же Чарльз. Собрал. Почему я такой тупой? Как только мне говорят, это страшно, это призрак, я начинаю бояться уже накручивать себе сразу. Воу, 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 воу! Стоп! Рисунок! Короче, надо постоянно бегать, не останавливаться ни в коем случае. И не смотреть. Найдено 3. Слушайте, он, по-моему, очень быстрый какой-то. 4-й забрал. О, нет, 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 что это? Что ты делаешь? А, меня выкинуло. Ладно, по крайней мере, все не сбросилось. Опа, смотрите, сразу еще один рис... Вон он, дымок! Нет, застрял в камнях! Застрял в камнях, срочно виляем! Оп! Не даем ему себя поймать! Ни в коем случае! Хоп, 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 хоп! Взял хлам, мы можем его запутать! Он настигает ему так, хоп, виляем! Да, елки зеленые, почему? Ох, как удобно! Он наоборот может пытается мне помочь... Видите, он меня к новым рисункам сразу отправляет. Осталось еще 2 рисунка найти. Рисунок! Я вижу! Стой, дай успею взять! Дай успею взять! Ат! Слушай, последний, конечно же, будет сложнее всего найти. Потому что я же не знаю, куда я ходил, куда я не ходил, я запутался. Чел не может меня догнать. Лузер! Есть! Все, пойдемте к Саше вернемся. Я за 5 минут все решил, не знаю, что ты там возилась. Вот, бери. Благодарю за бумаги. Я знаю, для чего ей бумага. Вот тебе хлам в награду за помощь. Ой, спасибо. Окей, теперь-то что? Я думаю, стоит направляться прямо вот сюда, к главному NPC. Или, может быть, сразу в пещеру? В пещеру, а потом NPC. Сейчас будет развилка, главное, чтобы в мою сторону стоял... Нет, нет, не в мою, не в мою, не в мою. Стой, 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 стой. Меняем направление. Пришло время. Урон на максимум. Почти на максимум. Ну и вот так вот. Прекрасно. Смотрите, мы уже почти полностью прокачали наш поезд. О, Чарльз, я не завидую тебе. Тебе хана. Ты откатал свое. Мы уже почти что здесь. Давайте вот тут тормознем. Что у нас тут? Заброшенная станция. Как-то все зловеще здесь выглядит. Погодите. Человек. Я знаю, кто это. Это враги, это плохо. С ними лучше не встречаться. То есть мы начинаем с стелс. Все, гоу. Скорее. Есть. Короче, в этой игре же есть культ, который поклоняется паровозику Чарльзу. И они очень опасны. А как мне понять, куда мне идти? Вот сюда, что ли? Выглядит, как будто бы сюда нужно. Оп. Что это за... Там какие-то крики. Уа! Черт! Стоп, 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 стоп! Прячемся! Где-нибудь! О, боже мой! Хлам, надо подобрать. Ау! А! Дробь по сраке. Я не знаю, куда он делся. Но это какой-то рычаг. Ой, сори. Пожалуйста. Яйцо! Яйцо! Нашел! Ой, нет, тупик! Черт! Погодите, сэр! Я за яйцом! Погодите! Я понял. Нужно держать рычаг, и тогда врата откроются полностью, и у меня будет время, чтобы забрать яйцо. Скорее, ему должно быть страшно, потому что это он один в лесу, а я за ним наблюдаю, и он даже не подозревает этого. Окей. Миновали идиота. Скорее, он по кругу ходит.
Давай, давай, давай. Опа. Все, обратной дороги нет. Но яйцо у меня. Это яйца сына Юджина. Кто говорит? Я не ожидал вообще его здесь. Как нам? Как нам? Опустись, мост! Опустись, мост! Все, я знаю, куда бежать теперь. Эй, да все, все, я уже забрал яйцо. Все. Блинушки. Хорошо, что они не стреляют издалека. Хотя могли бы. Ну все, я победил. А! Ладно, справедливо, заслужил. Он все еще бежит за мной. Я очень рад этому. Потому что у меня есть для тебя сюрприз. Ты где? Есть! Теперь мы можем ехать к следующему NPC. Че у нас там? 16 единиц хлама. Мы можем прокачать себе броню. Вот какая-то новая точка. Здрасте. Тут должен быть основной NPC. Он, скорее всего, наверху меня ждет. Мистер основной NPC? Вот он смотрит на звезды. Или за кем ты поглядываешь, да? Ты тот самый архивариус, о котором говорил отец. Это сын Юджина? Хотя мне жаль, что он решил остаться на материке, а не вернулся с тобой. Нет, мы, конечно, ценим твою помощь, но и он бы мог прийти на подмогу. Если ты еще не знаешь, то Уоррен, начальник местных шахт, защищает опасные яйца монстров. Это может очень плохо кончиться. Наш основной план — выманить Чарльза на бой и уничтожить его. Тут нам должна помочь идеальная ловушка, которую мы сами разработали. Установи ту взрывчатку на каждой опоре деревянного моста, а потом возвращайся ко мне. То есть тут есть определенное место, где его нужно мочить? А я думал, как убьешь, так убьешь. Стоп, вот здесь одну бомбу поставим. Это есть. Все, готово. Вернитесь к полу. Пол, я все. Это самый высокий и самый непрочный мост на острове. Если мы подорвем на нем Чарльза, он рассыпется на кусочки. Я буду ждать сигнала подорвать заряды, но вот выманить его на бой уже твоя задача. Вот, возьми, это ключ к храму. Как только все будет готово, можешь врываться в храм. Тебя ждет великая битва. Какой еще храм? Ладно, с храмом чуть позже. Давайте задание с оружием. Чё? Вон он. Пол, можно я у тебя останусь на ночь? Пожалуйста. Он неловко молчит. Ты не хочешь, да, чтобы я оставался? Я зря попросил. Мы не настолько хорошо знакомы, да? Как-то неуместно было, да? Ладно. Ну там Чарль... Ну ладно. Слушайте, ну если быстро. Если быстро добежать до поезда. Оп! Гоу! Так, мы едем, кстати, тут недалеко, так что надо тормозить уже. Здоров. Ого, что это? Ну что, прибыл-таки в наши края легендарный охотник. А здесь все обо мне знают. Мой усопший муж собрал пушку для борьбы с Чарльзом, но головорезы Уоррена украли стволы и спрятали их у себя в лагере. Бо был таким смелым, даже посмелее тебя. Если возьмешь те запчасти, что у меня есть, и вернешь остальные, то можно собрать оружие и использовать его против Чарльза. Ты ведь мне сделаешь одолжение, а? Если он тебе пригодится, назови его Бобом, в честь моего милого. Почему у вас дырка в теле? Это что за прикол? Вы что, робот? Это костюм? Это вставьте монетку, и вы будете что-то делать? Ладно, но нам сначала нужно основное задание. О! Какого дьявола? А, это просто колючая проволока. Стоп, она уже боится. Она боится, так как Чарльз уже здесь? Небольшой рывок. Чуть-чуть совсем. Стартуй! Выстрел! Он стрейф делает. Фига он какой проворный. Давай, отлично. Хорош. Все, вот тебе вдогонку. Вот здесь задание. Мистер... Ты весь в крови, что с тобой? А вот архивариус, собственной персоной. Пол доверил мне на хранение ключ от одной из шахт с яйцом, но прежде чем я отдам тебе его, послушай вот что. На острове есть древнее святилище, что-то вроде пирамиды со странной призмой на вершине. Похоже, призма создана с единственной целью — уничтожить яйца чудовища. В ней есть три отверстия, в которых идеально входят эти яйца. Когда призма полностью загружена яйцами, в ней образуется мощный луч энергии, исходящий, скорее всего, от самих яиц. Бунтовщики надеются, что это выманит Чарльза на бой, ведь ему нужно защищать яйца. А теперь очень важная информация. Чарльз способен поглощать энергию от взрыва. От нее он становится сильнее и свирепее. Мы видели это однажды. И в этот раз он может стать еще опаснее. Но не мне тебя отговаривать. Как бы там ни было, вот ключ от шахты. Как только добудешь все три яйца и ключ к святилищу, у нас появится шанс покончить с этим кошмаром. Итак, вот шахта номер 2. И прямо здесь мы можем завершить задание для того, чтобы пушку новую получить. Ну что, пойдемте добудем новое яйцо? А то у меня всего одно, это как-то нехорошо. Стоп, погодите. Маленькая часовня. Открывайся. Здесь хлам. И записка. Господину Реверенду.
Служба сегодня была очень вдохновенной, что важно в такие темные времена. Хорошо продуманная и очень правильная. Думаю, весь приход со мной согласится. Мы ценим вашу непоколебимую веру, скорбя о наших погибших братьях и сестрах. Чё по хламу? Новая краска! Банка с черной краской? И еще одна записка сразу же. Описание службы. Бог очень-очень недоволен, мне кажется. Чарльз есть дьявол, вероятность 96%. Не высовываться. Паук против змеи. По идее, у пауков больше лапы. Бог всегда побеждает. По идее. Нужно принести кого-то в жертву. Спросить добровольца. Какой-то неуверенный в себе священник. Плакать можно, но недолго. Завершающая молитва. Вымыть полы. Давайте посмотрим, как будет выглядеть черный на нашем паровозике. Вот черный. Смотрим. Жутковато, я бы сказал. Не, мне все-таки нравится классический желтый. Я чувствую, как эта игра превращается в серьезное прохождение. Здесь все так томно, мрачно. Здесь вообще не до шуток мне. Я вижу какой-то ящик. Прекрасный ящик. То, что нужно. Стой. Вот. Хорошо, запаслись хламом. 38 единиц хлама. Значит, мы можем... Давайте... Все, урон на максимум у нас. И немножко брони. Паровозик скоро станет просто неубиваемым. Кто там? Воу! Я прям в стан врага пришел. Воу, воу, воу! Стойте, 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 стойте. Давайте мы с вами поговорим лучше вот так. Сколько еще вас? Где? Вон бежит. Оп! О, извините, пожалуйста. Сосунок, подох. Лучше давайте прокачаем. Ой, у нас нет хлама. Нам нужно срочно прокачать нашу броню обратно. Иначе мы погибнем. Блин, у них маски такие стрёмные. Вау, вау. Здесь живет дизайнер этих масок. Он представил совету разные варианты. Мне кажется, вот этот очень стрёмный. Одобрили вот этот, получается, вариант. Чисто 10 хлама нужно найти, чтобы полностью восстановить свой поезд. Где-то здесь должны быть запчасти. Так, тут открыто. Есть кто? Есть хлам. Смотрите, что это? Ключ к руинам на горе. О, нет. Прыгаем на паровозик. А! Так, не думай. Едь. Восстановить. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Где ты? Юсанович. Давай. Есть, хорошо, сейчас. У него восстановились его ХП. Почему меня убили здесь? То, что мы поняли. Во-первых, у него восстанавливается ХП полностью. Во-вторых, видимо, прочность на нуле была, и поэтому я сдох. Но, видимо, Чарльз становится все сильнее, возможно. И мне не нужно все время стоять возле турели. Надо иногда заходить в поезд, прятаться от него. И еще я понял, что не нужно весь хлам тратить сразу, чтобы прям по нулям было. Потому что мне еще нужно оставлять на прочность. Где же запчасти-то? Вот они. Что-то я проглядел их. Получен Боб. Установить в поезде. Ну, раз Боб получен, покажи мне его. Покажи мне Боба. Что-то хорошее. Что-то бронебойное. Я еще понял, что не стоит использовать ракетницу, когда Чарльз слишком близко, потому что я тоже коцаюсь. Все. Теперь поезд на максимум прочности. Я хочу забрать еще одно яйцо. Знаешь что, Чарльз? В следующий раз я не проиграю. Хоть сейчас прям ко мне иди. Давай. Давай. Опа, идеально стоит. Хорошо, нужно налево. Воу, резкий поворот. Мы здесь. Надеюсь, тут нет врагов пока что. Как здесь мокро и жутко. Я так понимаю, нам нужно в эту шахту пойти. О, нет. Здесь тупик. А что ты хочешь от меня? Вот туда, что ли, нужно пойти? Это что за Стоунхендж? Вот эта шахта. А есть ли у меня ключ? Ключ от храма к руинам на горе. Ладно, просто посмотрим. Да. Все, минус ключ, да? Сдается мне, эта шахта будет посложнее. Кто все в крови вымазал? Слушайте, мне кажется, Чарльз здесь может легко пройти. Вы где, ребят? Где вы ходите? Ты ведь не сюда идешь. Смотрите, он сейчас встанет. Он меня увидел, да? В принципе, даже неплохо. Я сейчас его сюда выманю и забегу. Ко мне? Ой, как ты близко. Воу! Черт, 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 черт. Скорее. Скорее, куда? Я здесь спрятался? Он не знает, что я здесь, да? Все, он не знает, что я здесь. Он меня потерял. Придурок! Как ты меня увидел? Гэти, здесь вообще... Здесь нету... Вау! Все, зачморили! Здесь нету яйца, это просто шахта. О, боже мой, еще и тебя не хватало. Скорее внутрь. Чарльз, не до тебя сейчас. Я за твоим яйцом пришел. Вот сюда мне нужно было идти. Оп, блин! Сейчас мы быстренько яйцо найдем. Слушайте, Чарльз где-то прямо над нами. Вниз! А! Пока! Все, пока, пока. Ух! Да, эта пещера будет сложнее. Она многоуровневая. Слышь, Чарли прям где-то там бегает над нами. О, no! А! Да черт! Бегом. Последний выстрел по мне, и все, хана. Давай, восстанавливайся, здоровье, восстанавливайся. Яичко! Есть, забрал. А теперь как? О, no! Ха-ха! Погодите. Нет, яйцо я не взял. Сейчас аккуратненько. Смотрим, где этот чувак. Ага. Ага.
Ты куда пойдешь, неважно. Быстрей. Да ты увидел меня все-таки. Ты же мой наблюдатель. Быстрее, быстрее вниз. Все. Все. А как мне потом обратно-то наверх подняться? Походу, я выйду в каком-то другом месте. А в каком месте это будет? Блин. Хорошо. Яйцо здесь. Мы взяли. Пойдемте сюда, что ли, тогда. Есть, лифт. Обратно наверх, давай. Оба яйца в кулак взял. Только вот где мы? Пум! А! Бегом, 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 бегом! Я не знаю, куда я бегу. Куда-то не туда. О! Ой, как далеко бежать. О, прям сзади меня идет. Вон он, паровозик мой. Фух, слава богу, и Чарльза не было. Кажется, отстал. Есть! О, боже мой, мы получили второе яйцо. Теперь нам нужно к новому NPC. Здрасте. О, у вас есть оружие, а мне дадите такое? Юджин предупредил, что скоро прибудет новый человек. Полагаю, это ты и есть. У меня на балконе лежит немного хлама, который пригодится тебе для ремонта и улучшения поезда. Вот ключ. Балкон прямо позади меня, но я все равно отмечу его у тебя на карте. И еще кое-что. Можешь обращаться к местным за помощью, они будут только рады. Ну, кроме тех, что в маске. Зайди на балкон и забери все, что тебе пригодится. Удачи. Слушай, ты просто... Дай я тебя обниму. Потому что ты единственный, кто просто так мне дала... хлам. Ничего не потребовало взамен. Есть добрые люди здесь. О, боже мой, как хорошо. У него здесь есть записка, давайте прочитаем. Мы изо всех сил стараемся сохранять бодрость духа, но последние пару дней это просто какое-то, мягко говоря, безумие. Чарльз стал настолько агрессивным, что, боюсь, скоро будет некого спасать. Бог в помощь, Юджин. Мы рассчитываем на тебя. Я постараюсь. Особенно ради тебя. Забыл твое имя. Я забыл твое имя, извини. Как неловко. Итак, ребят, я слышу его. Вон он. А ну иди сюда! Да! 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 Что ты думал, а? Не прилетит тебе сегодня? Хорошо, 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 быстрей! Внутрь, оп! Чем, пульнуть? Нет, слишком близко. Вот так изрешетим тебя еще. Ха-ха-ха! Меняем, вот на Боба. Нет, на Боба. Оп! Пали! По башке. Все, перегрелось. Перегрелся Боб. Че там? Че там? Восстановили? Вот! Есть! На такой победной ноте я советую вам перейти к следующему видосу. Он тоже очень клевый. Или подписывайтесь на канал, или вступайте во все мои соцсети. Ссылка будет в описании. С вами был Юджин, друзья, и всем пять!